привет! С вами Диана, и у нас наконец-то новое видео. И сегодня я вас беру вместе с собой на соревнования. Между прочим, на соревнованиях я не была очень давно, поэтому для меня это просто супер важно и очень интересно. И я так давно хотела на эти соревнования, поэтому видео обещает быть очень интересным. И да, если до этого я вас брала постоянно в какую-нибудь Москву или другие города, то это соревнование у нас будет проходить в Волгограде. Ну как, начало будет в Волгограде, а потом мы с вами все-таки опять поедем в Москву. И, в общем-то, мы с вами отправляемся в Манеж, который находится рядом с Мамаевым курганом, и там мы идем с вами к стилистам, которые сделают мне прическу и макияж. Ну что, поехали! Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Извините, можно с вами поговорить? Привет. Ты кто? Друг в пальто. Рита. Итак, друзья, мне сделали прическу, макияж. Нет, тоже. С прической я буду спать, макияж мы будем переделывать на следующий день с утра, поэтому мне придется вставать рано. Да. Почему смотрите, идем по склону? Какая красота. Потому что это беговая арена. Ну, как это назвать? Ну, типа того, да. Как я давно не была на соревнованиях, ребята. Это всеми излюбленное место. Ты туда просто прыгаешь, и все. Есть еще одно. Она больно. Да. На той стороне. Куда мы и направляемся? Друзья, здесь регистрация. Вы регистрируетесь, здесь получаете номерок. И потом вы на спину одеваете партнера. Ой, коленочку свело. Старость она такая. Several bad puns later. И да, поскольку это было мое первое соревнование, так что я особо ничего не сняла дальше, потому что была вся на нервах, нужно было приготавливаться, все дела. И поэтому сразу же после вот такого начала мы с вами отправляемся в Москву на чемпионат России. Что-то камера включилась. Дрон, подожди. Вот, это красавчик. Раз, два, три. Ты что, я даже не начал. Раз, два, три. Ладно. Ну как будешь? Два, три. Если ты выиграешь, я тельцо выиграю твое. Давай начнем вот так, давай. Раз, два, три. Да не, ну ладно. Мы прибыли и с вокзала сейчас идем искать нашу квартиру, которую снимаем. Нам надо выйти на сторону Вегас. Вегас это магазин, но мама решила, что нам надо в Лас-Вегас. Но, увы, так что идемте искать квартиру. Забуду все, что рисовало мне ТВ годами. Попробую узнать, что значит счастье без Феррари. Для этого нужны... Вот человек, который слева, смотрите, как он смотрится в зеркало, да. Да, друзья, мы с вами приехали. Тут отвратительно эхо на балконе. И я сейчас вам покажу комнату, которую мы с Варей уже выбрали. И мы будем здесь ночевать. Ребята, а вот, это просто кухня, вы посмотрите, это настолько шикарно. А теперь готовьтесь к ванной, она тоже такая, знаете, не маленькая, вот все беленькое. А теперь самое важное, это вот такое громадное зеркало, просто обалденно. Просто смотрите на эти дома, они такие красивые, они что-то блестят.
Ну а теперь, когда мы уже прибыли в нашу квартиру, я могу с вами поздороваться, потому что я забыла это сделать. Итак, хей, ребята, всем привет, с вами Диана, и вы на моем канале. И за очень долгое время это мой первый влог. Влог, в котором я беру вас вместе с собой на соревнования в Москву, на которых я не была уже очень-очень давно, и я сама очень сильно рада, что я сюда наконец-таки приехала, и это не просто соревнования, не обычные соревнования типа квалификационных или что-то в этом роде. Нет, это чемпионат России, и я вас беру вместе с собой. И да, мы уже в квартире под Москвой, недалеко от Крокус Сити Холла, и рядом с нами находится магазин Вегас. А через этот магазин Вегас мы можем легко пешочком дойти до Крокуса, при этом не выходя из самого магазина, там по мостику. Представляете, как классно. И да, у нас с вами очень большая веселая компания, потому что я теперь танцую не со своим братом, а с другим мальчиком. И нас выходит, едет 6 человек. Это было я, Родион, Данил, Варя, Никита, Софа. Ну а сейчас мы идем кушать и пойдем гулять. Варя, что это не реклама, не весь, хорошо. Сейчас мы с Варей вам расскажем, короче, как проходит наша подготовка к соревнованиям. Во-первых, за неделю ты должен записаться к стилистам чаще всего. Но если только ты умеешь делать прическу и макияж сам, то тебе не надо записываться. А так ты должен записаться к стилистам. Там работает 3 студии изначально было в самом этом Крокусе, но потом эти 2 студии убрали. И я, как адекватный человек, записалась в официальную студию, которая ФТСАровская. И, значит, все нормально, на 7 часов, в 11 танцуем, все успеваем, все шикардос. Так думала Диана, но потом что-то пошло вообще не так, и Варя была просто самым умным человеком на всей планете Земля, что не записалась в ФТСАР. На том же самом месте, то есть мне эту всю красоту навели, я переоделась, могу еще даже поспать, там, повалять дурака, все что угодно поделать. Это же красавица! Я записалась в одну из этих 3 студий. Конечно же, как всегда, потом им запретили там работать, их перенесли в другое здание. Я 10 раз звонила, записывалась к ним, потом отменяла. В итоге на меня уже все там наорали. В итоге я должна была делать прическу в 5 утра. Ну ты сари как. Ну, в последнее время я всегда делала прически в 5 утра, но сейчас, слава богу, меня записали в другую студию, и у меня прическа в 6:30, и мы сможем хотя бы немножко поспать. Короче, я лох по жизни просто. Ну, знаешь, как ты сможешь поспать? Ты туда приедешь, тебе это все сделают. Да. Тебе надо будет ехать обратно туда, в Крокус сам, потому что это все не в Крокусе. Вот, и, короче, она будет мотаться по этому городу, если они еще будут задерживать тебе прическу с твоими волосами. Потом еще какая-то пробка, и это тогда будет просто тебя задушат все. А в итоге получилось так, что ФТСР не успели мне с 7 часов до 11 сделать ни прическу, ни макияж, и за 20 минут до начала соревнования я была полностью не готова, так что вообще полный пипец. Я быстренько вам рассказываю про 2 просто эпик фейла, которые я совершила, когда поехала сюда, в принципе. Это первое, я забыла штатив, а второе, я забыла карту памяти дополнительную, поэтому как бы... Ну, а третье у меня, как в принципе, не было, так и нет стабилизации, поэтому за нестабильный кадр вы меня извините. Ну и без штатива теперь тоже придется выкручиваться. Ну, а мы с вами отправляемся гулять в Вегас. Ну, мы, по крайней мере, туда хотим попасть. А вот дойдем мы туда или нет, вы узнаете через пару минут. Вон, вы видите, там Вегас, там туда. Если по моим трясущимся рукам вы вообще что-то видите. Прикиньте, друзья, это солнечная батарея. То есть все вот эти фонари, они работают от солнечных батарей. Знаете, чисто люди приехали из деревни какой-то и просто такие смотрят на детские площадки, где на каждом фонаре, то есть каждый метр, это вот эти солнечные батареи. И то есть получается то, что все эти батареи, подсветки, они работают от солнца, которого нет. То есть, выходит, ночью тут вообще темно, что ли? Да. Офигеть. А зачем тогда? Ну ладно, будем возвращаться, посмотрим. Вторник или пятница, когда навстречу тебе улыбаюсь. Вроде бы зима, но город тает под ногами. Я иду, считаю встречных девушек глазами. Смотря по сторонам, ай-яй-яй, за
остановилась и забыла про нее, засунула ее сюда. Потом она упала, и я достать ее не могу. И вот тут ходят люди в таких красивых костюмчиках черно-белых, да? Да. Такие все деловые. И я. Мы тут такие идем, все мы удивляемся. Вот так вот. Мы просто из деревни. А ну знаете, такой город-миллионник Волгоград, где даже дорог нет. Куда смешней прожить всю жизнь с покер-фейсом, а что для вас важнее? Я знаю, так не принято, но вы меня простите. Я уничтожу. 2 hours later. Фу, господи, свершилось. А где свет? Ой, да здравствуй, свет. Это Игорь Хлебников. Мы пришли к общему выводу, что феминистская жизнь не для нас, так сказать. Да. Чтобы нужен сумки носить, как бы. Нужен муж, да еще и чтобы с деньгами. Потому что макарошки купила, а тыщи нет. В принципе, те за 13 были нормальными. Тут написано не стирать, значит, мы точно должны стереть, поэтому. И здесь написано какой-то код. Привет! Бабоньки, смотрите, какую маску машину нашли. Оно греет, вы едой под руку. Блин, реально ненавижу, как бы такую плиту, непонятно, она греет или нет, но вроде такое, что-то нагревается. Адская машина какая-то. Нам, простым людям, из деревни надо на газу. Чтоб спичками поджигать можно было. Вот это вообще такое просто. За телефон. Пума. Вода кипит очень долго, соль в ней как-то плохо растворяется. Да уж соль говно, она еще и старая какая-то. Может уже кинуть? Зачем она не кипит? Варим, сейчас. Ты да сейчас тихо, я открою, ради бога. Мы эти макароны варим уже час, наверное. Мы просто... Мы наконец-то додумались, как включить эту плиту, и наконец-то у нас закипела вода, и мы варим макароны. Спасибо. Да, мы их только недавно засыпали, но очень давно варим. Я просто чувствую себя мастер-шефом. Меня можно в су-шефы, короче, зовите. Ты уроки делаешь? У меня там просто вручную номер, там он легкий. Так что я даже не могу разговаривать и думать одновременно. Добро пожаловать в новый день, и мы с вами сейчас отправляемся к стилистам. Сейчас где-то 6 часов утра. Мы сначала отводим Ларю, потому что она не в Крокусе, а потом идем в Крокус. Так что поехали. Так, ребята, мы в Крокусе, поднимаемся на 4-й этаж. Да, поэтому я счастливая. Я тебя вот так сняла. Прикольно.
Сейчас вы у нас видите с макияжем, с прической. Смотрите, какая прическа. Блин, она мне так нравится, что... Йоу, мы без макияжа. Какая я смешная. Все, друзья, мы отправляемся с вами на вокзал, на улице дождь. Отвратительная погодка, да? Лед поплыл. Смотрите, нам надо заправлять верхний слой. А им надо.